лицо окружения сразу же. Пока действует эффект, попробуем схватить по максимуму. Чем не побрезгуем, это нам не надо. Что здесь еще есть? Замочек. Ничего ценного. Отстой. Ну, неплохо. Неплохо мы прошлись. Идем дальше. Кончился наш хамелеон. Пока что. Сопрю фонарик. Сказать, содержимое сундуков сильно зависит от уровня персонажа. Чем выше уровень, тем ценнее будет содержимое этих сундуков. Я пошел сюда на втором уровне, хотя если бы уровень был, скажем, 10, тут уже лежали бы более дорогие амулеты, кольца, более дорогая одежда, возможно, даже камни душ. Но тупо выполнять квесты мне, честно говоря, уже надоело. Для разнообразия мы займемся своим прямым делом, воровством. Что тут есть? Вот книжечка, я вижу, неплохая. Но это мы уже видели. Без палева шманаем. Эти кольца тоже подбираем. Замочек слабенький. Шмотки. Я не буду уже собирать. Сама ты простолюдин. Мы воспользуемся. Не спалила. Так. Что у вас здесь? Какое-то подозрительное место. Торговец.
Посмотрим, посмотрим. Кто тебе сказал, что мы ищем таверну? Манекены. Манекены воровать я не буду, потому что они в этом случае перестанут появляться в ассортименте у торговца. Да, они мне сейчас и не нужны. Замочек 100. Тут явно что-то ценное лежит. Что ты продаешь? О, ассортимент неплохой. Восстановление здоровья. Манекена он продает. Стрелы. Но пока что я их покупать не буду, у меня достаточно стрел. В общем-то, по ассортименту видно, что ничего особо ценного у него украсть не получится. Все это барахлишко. Не стоит того, чтобы заморачиваться здесь. Но вот замочки, конечно, крутые. Для порядка надо же что-то взять. Ой, как нужен телекинез. Так, вроде как... Нет, здесь еще не было. Сейчас я ускорюсь, подожди. Сейчас все будет. Все, мы обошли по кругу это место. Можно идти посмотреть, что здесь есть дальше. По верхнему этажу. Комната практики. Но это, судя по всему... какой-то учитель. Да, он что-то обучает тут. Но тут вот книжечка есть. Книжечку надо взять. Щит. Щит нам такой не нужен уже. Тоже надо собрать. Сохранимся. Тут что-то он подозревает. О, ты еще и ходишь тут. Да и не надо. А ну-ка снимем. В общем-то и все здесь. Обуемся. Балкончик. Вход. Отсюда мы пришли, получается. Пойдем направо. Я вижу. В общем-то, и никто и не наблюдает. Это отлично. Вот она.
родимая. Проповеди не нужны нам. Ингредиенты тоже подтибрим, раз уж зашли. Когда же я начну качать алхимию? Ну, сундучок. Отлично, безопасность повысилась. Это приближает нас к повышению уровня. Пардон. Ловушки вскрываются щупом, к слову, в отличие от отмычек.